Итак, открывают наш сегодняшний турнир самые юные, уже успевшие полюбиться публике, Василиса Кагановская и Валерий Ангелопал. Очень они мне понравились сегодня. То, что у них есть, они делают очень чисто, очень технично. И для сегодняшнего дня, для себя максимально эмоционально.
хочется, чтобы эта пара была. И видно, что они от Анжелики Крыловой. Вот это видно. И, конечно, сегодня они катают свою произвольную программу, и мы будем ждать программ на следующий год, потому что мне кажется, что кто из них выиграет, это тот, кто покажет нам какую-то удивительную программу. Немножко, чтобы мы, как говорится, ошалели. Ну, честно говоря, мы в этом году-то ошалеваем вот от этого произвольного танца. Вот этот произвольный танец очень производит хорошее впечатление. Вот. И очень жаль, конечно, что были вынуждены из-за болезни партнерши Василиса с Валерием сняться с чемпионата России. Они, безусловно, украсили бы и этот турнир. Ну, а сейчас они украшают Кубок Первого канала. Да, причем они открывают. Это очень важно, мне кажется.